Строительная корпорация «Кайман», обещавшая вечный рост, низкие цены на жилье и сказку на ночь, оставила в нашем городе на память о себе лишь уродливый скелет недострой. Больше 200 горожан ждали заветные ключи от нового жилья 9 лет. Но вплоть до 2012 года их мольбы не были услышаны ни городскими, ни областными властями, ни самим застройщиком. И лишь поборы по 100-200 тысяч рублей напоминали дольщикам о том, что где-то там, на пересечении Весенней и Шевченко, их ждут новые квартирки. В 2012 году ситуация начала разрешаться. Благодаря усилиям регионального правительства были привлечены заемные средства в сумме 220 миллионов рублей. Для достройки объекта выбран генеральный подрядчик в лице строительной компании «Приток». И в конце 2013 года общее большинство работ по достройке дома были завершены. Ситуация резко начала меняться. Уже в начале этого года хозяева квартир стали получать на руки необходимые документы, и хоть и не золотые, но все же заветные ключики. Правда, устав от страшной нервотрепки и неприятных моментов, связанных с каймановской стройкой, или в связи с ростом цен на уже готовое жилье в новом доме, треть хозяев выставили долгожданное жилье на продажу. 72 квартиры в этом доме выставлены на продажу по состоянию начала февраля 2014 года, продано 3 квартиры из 72, а еще на продажу выставлены нежилые помещения общей площадью 2000 квадратных метров. Остается только порадоваться за хозяев долгостроя. Пример их терпения, упорства и силы воли должен заставить многих из нас задуматься. А бывшему хозяину «Каймана», по всей видимости, предстоит излить еще не один литр крокодильих слез. По крайней мере, хочется верить в счастливый и справедливый конец этой долгой истории.